Жители краевой столицы возмущены тем, что во дворе барнаульской многоэтажки построили платный каток. Деньги за лед, рассказали жители, здесь берут уже третий год подряд. Каток на придомовой территории по адресу Власихинская, 81, стоит 50 рублей. Люди рассказали, что управляющая компания якобы без согласия жильцов сдала объект в аренду частному лицу. Почему каток построили во дворе многоэтажки и за что берут деньги, люди не понимают. Ведь у катка даже нет раздевалки, детям приходится перебываться прямо на морозе. Я считаю, что он должен быть бесплатным. У каждого родителя, мне кажется, у детей, у взрослых есть свои коньки. Они пришли бы и покатались с удовольствием. А не каждый может позволить себе, если, например, семья из троих человек, заплатить 150 рублей. Это очень дорого. Законно ли то, что общедомовое имущество оказалось в руках частника, расскажем в вечернем выпуске.